В сфере культуры Даце Мелнберде человек не новый, однако в роли министра в Даугавпилсе впервые. Работникам культуры она знакома как руководитель Национального центра по культуре, как участник фестивалей, как один из организаторов праздников песни. Ее визит в наш город, который состоялся 9 апреля, главным образом был связан с работой в Латгальском регионе планирования в связи с конкурсом проектов Фонда культурного капитала, где министр выступает как эксперт. Даце Мелнберде была приятно удивлена качеством подготовки даугавпилских проектов, поданных на рассмотрение в фонд. От Даугавпилса было подано очень много качественных проектов. Это говорит о том, что в Даугавпилсе много профессиональных менеджеров культуры и людей с хорошими идеями. Поэтому большинство даугавпилских проектов мы поддержали. В конце рабочего дня министр культуры посетила художественный центр имени Марка Ротко и встретилась там с работниками культуры Даугавпилса. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между министерством и самоуправлением, вопросы финансирования учреждений, которые непосредственно подчинены министерству. Министр отметила культурную самобытность нашего региона, развитые традиции народного творчества и ремесленничества, Даугавпилский театр с его неповторимой атмосферой. Особо была отмечена роль крепости и центра Марка Ротко в культурной жизни Латвии. Это место, которое необходимо развивать и всем вместе думать, как Даугавпилскую крепость сделать еще ухоженнее и через это привлекать больше инвестиций, развить здесь коммерческую деятельность. Для финансирования культурных проектов министр призвала использовать возможности фонда культурного капитала и со своей стороны пообещала поддержку. Шла речь и о других приоритетах министерства. Как приоритет госпожа министр считает, конечно, повышение зарплат в области культуры профессионалам, работникам сферы культуры, улучшение инфраструктуры, условий труда, ну и дальнейшего сотрудничества между самоуправлением и Министерством культуры. После экскурсии по центру Марка Ротко министр культуры Даце Мелнберде ответила на вопросы даугавпилских средств массовой информации.